А этого допустить никак нельзя. От этого зависит жизнь моей кутявки. Это же моя кутявка на мониторе! Проводами ее опутал гад! Интуицию качает! Что же это такое делается, люди добрые? Как же мне собаку мою спасти? Вот так ниндзя! Кто к нам с мечом придет, тому мы саперной лопаткой по голове настучим! Это какой-то очень сложный аппарат. Я в нем ни за что не разберусь. От кутявки к Алексееву подсоединены провода, это мне ясно. Но где ж сама кутявка? Этого я вообще понять не могу. Это орудие убийства. Как вспомню об этом, жутко становится. Сколько ж ты крови из меня выпил, гад. Теперь я у тебя немного возьму. Был бы у меня вместо шприца насос, я бы у тебя ее всю выкачала. Что ты спросить хотенье? Призрак вас больше не потревожит. Я преисполнен радостен. Скажи, но как же ты смогла его прогнать? А это друг мой черный, совсем не важно. В общем, можете идти домой. Не лучше ль подожди утра? Прогулки ночью нам небезопасны. Ах да, скинхеды. Я про них забыла. Ну, дело ваше. Утром, значит, утром. Касательно тех предметов, что необходимы для обряда. Я повторю. Там-там и мухомор, и кальмышей летучих, и ядовитая змея, и кровь злодея. Без этого не обойтись никак. Запомнить ты или, может, повторить? Ты говорил, там-там лежит в общаге? Да. 12-я комната, запомни. Откроешь дверь ключом. Зачем мне ключ? Я так с ноги открою. Шучу. Так ты запомни, что необходимость для обряда. Змею я приносила. Я не забыть. Ты принести не все. Или может ты забывчив, что заказал шаман? Мухомор я вам уже отдала. Я помню, но мухомора мало. Тебе напоминать? Ну-ка, повтори, что нужно для обряда. Я повторю. Там-там и мухомор, и кальмышей летучих, и ядовитая змея, и кровь злодея. Без этого не обойтись никак. Запомнить ты или, может, повторить? Спасибо, мне все ясно. А в чем суть обряда? Узнать ты в свое время. Но это мне поможет найти мою собаку? Должно быть, помогай. Проникнуть сможешь ты в сознание вора. Разве этот мало? Не знаю. Жизнь покажет.